никто ни на кого не ролит. Нет, так нет. Нет так. Если ты фуловый из гильдии, то ты идешь для того, чтобы было ИП для гильдии. Если фуловый с улчата, то такого не бывает, потому что я фуловых не беру. Я шкаф сзади поставил, Самонди там кого надо. Так, давайте к шкафу подойдем. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Рано, ФК. Это фуга, извиняюсь. Тык. Кого сумнуть надо, кроме фуги? Все тут, что ли? Можно рогу, но я долечу. Я уже лётку ткнул. Тык. Смотрим рогу. Почему? Зачем тебе заходить? Выпадет чешка, выкинешь 99 и заберешь. Да. А зайдешь на энха, выпадет чешка, блядь. И пиздец, блядь. Зато КД не будет. То, что в рейде много на чешку, это еще не значит, что, блядь, ты ее не заберешь. Вот с таким подходом. Да у меня вообще ни одной нету на дамагера чешки. У тебя сколько на этом сервере 3 года играю, ни у кого нет. Кто виноват? Так ты должен ходить каждый рейд. Я 8 кд подряд ходил, забрал чешку. 8 кд. Я 3 месяца хожу престом магом, ни одной чешки. Я 2 года только забрал ШП, чешку через 2 года. Ты заходишь вот так, это вот как раз, ну, ты думай в позитивном ключе. То есть сзади трэш. Всегда надейся, что выпадет чешка, и она тебе рано или поздно выпадет. Если не потеряешь. Над друидом надеялся, когда в герой шел. Потом открыл PR-лист варов и так далее, и охренел. Такое ощущение, что год люди ничего не убивают, только за чешкой копят PR. Я 2 месяца, получается, на мейне копил PR, ничего не забирал вообще друидом. И на хардмода Чивас был в ульде. Ни хрена. В следующий раз заберешь, как я подумал. Не заберу. Если у тебя ПР есть, он уже у тебя никуда не делся. Дело не в ПР, дело в твоем негативном мышлении. Старайся мыслить в позитивном ключе. Мысли материальны. Да. Ну да, у тебя такой голос, вот ты сейчас заплачешь. О, да. Смотри, кандидат на кикс рейда идет. Надо подождать. А, ты голос уставшего человека. Да, я весь трэш взял. Да, весь. Шли Савиана. Ну давай чё, побахаем, посмотрим там. 2 паладина, билин каски и далеко на кулаки не стыдно. Запускай босса. У меня маны нету, какой запускай, блядь. Я нахуй я забил. Гильдаль гид на ману. Я так понимаю, билим каски, Виталий Кон кулаки, а шаманка мы стоит тотем. Не пофиг. Кто не вышел с трейда? Дебютик, блядь. Шаман, вставай. Пуга, поднимай его, все. Здорово. Будьте здоровы. Ой, спасибо, извините, пожалуйста. Теперь амнисти гим на ману. И Лейла тоже гим на ману, пожалуйста. Пейпер ДД вроде не вышел. Или хил. Вроде хил. Я скажу, кто ты пилер не вышел. Да. Ну так я же сказал, это был Виталий, который не тайкун. Можно еще выходить, отходить от того, кто не вышел. Еще раз заявить.
сейчас на него выйдет, что кто-то не вышел. Все нормально, в принципе, километр стоит. Горите в огне хозяина! То, что стоит, он мой тут его, конечно. Слышь, фламбятина, блядь. Я понимаю, блядь, все. Ресетите дурачком. А кем фламба в рейде? Терминас. Так, ну пятая пати хилы. Не знаю, справитесь ли вы. Бьёрн, дай стол. Надо сделать так, чтобы захилили ДК. Так, да, посмотрим на ДК. Скарлетт, ты в РК? Ну так спекайся в БДК. Рыба возле ромбика. Вот везет мне. Так, посмотрим на этого БДК. Так, Каймадри, значит, ты будешь на боссе. Скарлетт первая копия, Абелин вторая копия. Какой-то бафа нету. Ну тогда и цирк приехал. А еще пара бафа нету. Что, без Геры будем? Гера не нужна. Точно, я же не с пугами и дураками. Что такое? Здесь очень страшные события. Почти по стеночке. Как вот это прижигание работает? Кто рядом с тобой стоит, если две метки рядом стоят, то они босса усиливают. Нет, тут оно по-другому работает. Тут оно просто рейндж от босса надо набрать. Я вот проверял уже сколько раз. Тут неважно, даже если в пучке выйти от босса подальше РДТ, то все равно оно перестает стакаться. Друг от друга вроде как надо это делать. Ну, вообще да, но вот здесь вот почему-то так оно работает. То есть подальше просто от босса оно перестает стакаться. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Алекс сразу выбрала достойных союзников. Жаль, что придется... Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. Слуги. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои. Мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить.
Ты как это далеко, вы как-то далеко бьете. Новых победить ниже крыт. Слуги, обратите их в пепел. На ребенка будет. Есть Скарлет. Мама? Наверное. Скарлет на ДД. Кайман для танчишь тьму. Видит свет. Перебью. Кто ролит не на тот спев, в котором сейчас идет, пишем об этом в РК. Рубиновое святилище пало. Лут не забудь сменить. Значит, по хилам. Так. Чуть группу не покинул. Филиппец, остаешься в свету, к тебе выйдет. Ну давай этот Сибилис выйдешь в свет. Во тьме остаются просто, блять, просто серый и карасем Гейфога. Так, все, кто упадет. Любая смерть минус 100 крови, чек на пул. Сёмга чего не хватает. Диспелит? Ты тему диспелишь. Сибилис или Филиппец свет, сами договоритесь, начинай. Этот мир вот-вот соскользнёт в бездну. Первая, вторая свет, третья, четвертая тьма. Не диспелит? Кикни. Кикни. Небеса в огне. В мире сумерек. Вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. И на мимитка повесилась, да? Почему все хилы, сука, зашли? Филиппец, как дела? У тебя нормально? Он там сейчас сдохнет, скорее всего. Прожимы пока есть. Герус, это дай. Далее.
Давайте вот Нигер. Стопните дамаг. А я себе как сдох. Ой, ты спилишь что? Так спил. При выходе в свет у вас было три ханта, не напулить не могли, что ли? Не спою. Как я себя умер, кто-то видел? Да я горбой сорвал. У меня кулдан был вот этот, вот эта хуйня солшата. О, чешка на хила, прям как знал. Чешка рубит. 56, охуй. Захожу на ИП. Да, спасибо, короче, за рейд. Всем удачи. До сюда. Если что, зовите. Ачивка топ скилл, ебать. Тыкнул на портал Долорана, блять, который стоит в этой хуйне, блять. И я тыкнул. Че там кто на ИП? Лейва с гильдии или Вайт? Ну почему? ИП не надо, что ли? Не с гильдии, а с рейдовой группы. Не. Топ-киллы с ММА и огонь кем были? Чё? Я Рогой был. Он не в ги. Слаймбергак. Мама, я огонь кем был? Мама, я огонь, ты же получал в прошлом рейде сейчас. Наёбывать не умею. Арт Вейдер тоже кем был в рейде? Да, кем был, не знаю. А мама огонь получал, говоришь, в прошлом рейде? Да, а чё, он в прошлом рейде же был сейчас. Мак, ты получал за прошлый рейд 500 ТП? Суслик, ник напиши. Мама, я огонь, ты слышишь в РК, чё я говорю? А, всё, понял. Ты получал за прошлую резку 500 ТП? На мага ты получал? Ну так нельзя два раза получать за один и тот же рейд. Ты новенький в гильдии, что ли? Познакомься с правилами. Не написаны в РК. В группе ВКонтакте есть. Кто-то еще будет заходить? Ссылка.